спроси у меня. Зачем меня спрашивать? Мы смеялись. Мы смеялись после каждого высказывания Безуса. Так хорошо. Вот, Кристине сейчас плохо. Чего ты ее не поддерживаешь? Я ее поддерживаю. Где? С Кристиной, если понадобится моя помощь, поддержка, она мне напишет. А друг это только тот, которому нужно написать по телефону? Нет. Я не хочу сейчас лезть к ней. Ей очень тяжело. А до этого ты лез, оскорблял Артему по телефону. В смысле? Мы обсуждали эту тему, когда ты по смс-кам общался с Кристиной, где она тебе пишет, что не нужно его оскорблять. Потому что он врал.